Колпашевские семьи приняли участие во флешмобе в поддержку космического марафона. 14 апреля на семейный забег вышли 38 любителей спорта от 2 до 76 лет. Одной из самых массовых стала команда семьи Рыболовых, активно поддержавших эту инициативу. Все пошли с удовольствием. Когда я бросил клич, говорю, надо пойти, надо поддержать, надо подышать свежим воздухом. Тем более сегодня выходной, настроение хорошее. Все мои дочери, внуки, зять, все сюда мы пришли и все поучаствовали. Это мероприятие хорошее, и я думаю, что оно получит большое развитие. Организаторы напомнили собравшимся, что космический марафон в областном центре проводится уже 17-й раз. Мероприятие приурочено к празднованию Дня космонавтики. Перед забегом инструктор по спорту Ольга Колесникова провела для участников зарядку. Мамы, папы, бабушки и дедушки вместе с детьми повторяли за тренером несложные спортивные упражнения. Флешмоб был проведен в формате семейного забега. Семьи стартовали, держа друг друга за руки. Дистанция была небольшой и пролегала по асфальтированной пешеходной дорожке вдоль трибун. Преодолев маршрут в удобном для себя темпе, все участники семейного забега успешно финишировали. На память об этом событии любителям спорта вручили благодарственные письма. Добавим, в Новогоринском сельском поселении тоже состоялось мероприятие в поддержку космического марафона. В забеге приняли участие 45 человек. Часть новогоринцев прошли дистанцию со скандинавскими палочками.